томаты черепальчики F1, черепалчики F1, принадлежат к сорту, который подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в вазонах, украшая балконы и лоджии. Куст имеет компактные размеры, высота около 40 см и отличается декоративными качествами. Созревание плодов происходит на 85-й день после появления массовых всходов. Сорт обильно плодоносит и дружно отдает урожай. Плоды красные, выровненные, весом от 20 до 30 грамм, удлиненно-цилиндрические, плотные, не растрескиваются, очень ароматные и сладкие на вкус. Используют урожай в свежем виде и для цельноплодного консервирования. Томат черепалчики F1 это травянистые высотой от 70 до 90 см с типом роста, детерминантные. Томат черепалчики F1 имеет ранний срок созревания. Плоды имеют массу от 30 до 50 грамм. Форма у плода плод вытянутый, овальный. Цвет плода красного цвета. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.